Добрый день. Находимся в Паттайе, отель «Амбассадор». Вот, сейчас небольшой участок территории покажем отель. Мы делаем отдельные лучше кусочки, чем длинные замороченные территории. Вот, около большого бассейна, левее на пляже. Здесь вольер с птицами, аврины. Попугаи тут. Следующий вольер. Территория отеля огромная. Обойти ее долго, снимать долго, поэтому будем нарезки. Пенек, хорошо, мы ушли с пляжа. Время, потому что уже 11 час, невозможно. 37 градусов, жара, мы с 7 утра пришли пораньше, чтобы с восходом. Вон сидят кокодушки два. Очень жарко, душно. Сейчас декабрь месяц. Вот на этих деревьях живут птички, которые вечером так поют, чирикают. Дальше что там у нас, Олег? Вот сейчас идем этот прудик рыбки. Карп, хой. Вот тут их много. Вот это я понял, что самый такой большой, многочисленный. Тут их можно очень прикольно покормить. Пойдем с той стороны. Ой, ты посмотри, куда-то вода ушла. А, спустили воду. Куда ж рыбу сидели? Ну-ка там. Наверное, чистят пруд. Вон они, эти рыбки, тут. А? Ну, значит, в другой раз. Вон они. Ну, попробуй покормить. На, держи камень. Ау. Что это такое? Ну да. Ты снимал нормально? Да. Ну, так.